ваше благородие! Дурак! Мира! Ну? Лекей, дед проклятый! Куда ты пропустился? Самовар-то, вечер плати! Господи, ничего не прошу у тебя, ничего мне не надо. Накажи только сноху, а сыну маму Василию открой глаза на нее. Накажи ее, Господи, ради меня. А сыну маму Викторушке пошли невесту раскрасавицу, королевишну, богачку, купецкую дочь. А не другом его. Не родячий сдохнуть. Опять вы, мамаша, разорались по заранку. Это просто беда. Ну-ну, спи, спи. И чтоб прострелил их в кости. И ни дна бьем ни по крышке, Господи. Пойдите вы к черту, мамаша. Что вы тут расфыркались? Жить нельзя. Так, это ты, мать, к черту послал, сукин сын? Ах ты проклятый! Гнить бы тебе до рождения! Ты чего, ставь самовар? Лучину не приготовил с вечера. Посуду, что все перечистил. Картошку приготовь. Полыночек перемоешь. Ладно. Ты должен помнить, что взят из нищей семьи. Я матери твоей Тальму подарила. Совсем еще не старая Тальма была. Шелковая со стеклярусом. Ты должен помнить, что из бетошников взят. А сейчас в хороших людях живешь. В хороших? В хороших. Я матери твоей Тальму подарила. Совсем не старая Тальма была. Со стеклярусом. Подарила? Так уж не хвастайся. Что? Ты с кем говоришь? Поплавуши! Разве так можно говорить? Нарвать мон цветов, орехов, травы, уши. А вот я тебе сейчас покажу, как можно и уши рвать. Вот что? Что, можно уши рвать? Можно? А все-таки уши-то не оторваны. Привет, не нужен он мне! Да ты что? Ты должен помнить, откуда ты взят. Я матери твоей Тальму подарила. Да что же мне за эту Тальму шкуру снять с себя? Батюшки, да он поджечь да может! Да зарежу! Подожди, город пойдет на того! Дай чертушка, какой шум из-за тебя. Нет, я тебя отправлю к дедушке, и будешь ты снова трепичником. Трепичником лучше жить, чем у вас. Взяли в ученики, а чему учите? Помои выносить. Однако ты ешь. Да.
циркуль, смерей все линии, нанеси концы их на бумагу точками. Потом проведи карандашом по линейке от точки до точки. Сначала вдоль, это будут горизонтальные, а потом поперек, это вертикальные. Понял? Валяй. Дела-то какие затеял дурак-то наш. Родня из нищей семьи взят. Чертить хочешь? Откуда брось все это? Не учись. Сам видишь, вон что выходит. Значит, без учения? Ну, потом как-нибудь. Быть бы якобы собакою, был бы яков с утра до ночи. Был бы я собакой, бегал бы где хотел. Теперь орет на меня всякой. Сиди да молчи, пострел. Молчи, пока цел. Плохо живется? Плохо. Эх, малец, самой бы пора учиться тебе. Вот я прачка, а дочку свою в гимназию отдала. 14 катков дочери моей. Гляди, бара не будет. А того ради учу. Откуда бари, холина и хари? Все из нас, из черноты земной. А то откуда же? Чем больше науки, тем сильнее руки. Пусти, утащи, пусти. Возьми меня. Город на Каме, где не знаем сами. Город на Каме, матушке реке. Но дойдем ногами, но возьмем руками.
Что это она? Спит? Да. Вот как? Дай мне ее. Я ее сам отнесу. Но? Наша девочка хочет проститься с тобой. Спать не ложится. Ну, иди. Ну, придет он. Да вот он пришел, это чудовище. Это не чудовище, это мой мальчик. Вот как. Очень хорошо. Давай же подарим что-нибудь твоему мальчику. Хочешь? Хочу. Ну, вот и прекрасно. Ты иди спать, а я это сделаю. Прощай, до завтра. Ну, что же тебе подарить? Ничего не надо мне дарить. Дайте мне книгу почитать. Вот как? Ты любишь читать? Да? Ну, хорошо. Я стану давать тебе книги. Но у меня сейчас ничего нет. А впрочем, возьми вот это. Мальчишка. Вот видишь, Вася? Хватит. Зачем свечу жёг? Что со свечой делал? Что пострел окаянный делал? Вот поглядите, всю свечу жёг. И дом сожгёл. Порочь, Вася. Порочь его надо. А вы, мамаш, прячете свечи от него. Ишь, пострел какой. Скучно очень жить. Обидно.
бьют, ругают. А книгу читал и обо всем забыл. Какой ты странный мальчик. Тебе, милейший зверь, учиться надо. Учиться, учиться. А читать тебе нужно русские книги. Тебе нужно знать русскую жизнь, русских писателей. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Гоголь. Вот я подарю тебе сейчас лучшую русскую книгу. Она тебе понравится. Ты чаще приходи ко мне. Как можешь, так и приходи. Королева Марго. В лукоморье дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Там чудеса, там леший бродит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Дела давно минувших дней, предания старины глубокой, дела давно минувших дней. Ты, Акулина. Бабаня!
Что ты? Где ты села? А ты помалкивай. Ты здесь не хозяин. Идите в столовую. Ничего. Идите, идите. Ноги оботри. Деревня Еловина была отстроена. Акулина, здравствуй. Старичок Каширин дышит? Все гнешься, работаешь. Все работаю, как арестант. С чем пришла, премудрая Акулина? Пришла внучка проведать, Варвара Васильевна, сынка. Да, Варвара Васильевна. Какая женщина была, богатырь, а? Помните, я ей тальму подарила? Шелковую, черную, со стеклярусом. Совсем уже не старая тальма была. Как же? Тальма, пальма, а жизнь шельма. Ты что? Ничего, так себе. Дни веселые проходят, люди хорошие проходят. Не пойму я тебя. Пойдемте, Акулина Ивановна. И с тем кольцом я счастье земное погубил. Хороша старуха, бабушка твоя. Зачем ты ходишь сюда? Ведь ты видишь, какие они. Эх, Алеша, я все вижу. Не пришла бы я сюда, кабы не ты здесь. Зачем они мне? Да дедушка захворал. Провозилась я с ним. Не работала. Денег нету. А кормить поить надо его. А они обещали 6 рублей в год за тебя платить. Вот я и думала, не дадут ли Хошцелковой. Ведь ты около полугода уж прожил. Они велели пожурить тебя. Поругать не слушаешься никого, говорят. Уж ты бы голуба душа, позже бы у них. Потерпел годочка два, пока окрепнешь. Потерпи. Не буду я терпеть. Вот в церковь посылают. А ты сходи. Отпускаются грехи тебе, ныне и присни во веки веков. Следующий. Ну, встань на колени. Встань. Ну, старших слушайся? Нет. Говори, грешен, несуразный. Грешен. Отпускаются тебе грехи, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Еще в чем грешен? Я в вашу беседку камнями кидал. Нехорошо. И в собаку тоже. Несуразный. В вашем саду яблоки воровал. Говори, грешен. Грешен. Отпускаются грехи твои ныне и присно, и во веки веков. Не читал ли книг подпольного издания? Чего? Запрещенных книг не читал. Нет, никаких. Отпускаются грехи твои ныне и присно, и во веки веков. Следующий. Читал. Чего? Читал книги. Битва русских с кабардинцами. Пошел. Следующий. Прекрасная Магометанка. Пошел. Пошел. Следующий.
Япанча татарский наездник. Пошел, пошел. Следующий. Горят еще желания под гнетом власти роковой, нетерпеливою душой отчизны внемлем призывания. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуту верного свидания. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, зайдет она, заря пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишет. Тебя поп на исповеди спрашивал, а? Рассказал ты ему о своих безобразиях. Да стал тебе за твое ухаться, да. Многим попутал за исповедь дал. Пятачок. И ты посеете за глаза ему, чучело. А что поп спрашивал? Спрашивал, какие книги читал. Ты вот что, Пешков, остерегись книг. Читать вредно и опасно. Книги-то кто пишут? Дураки да еретики. А вот у нас на гребешке девица одна читал-читал, да в диакны влюбилась. Собор ограбили. Да полноте, мамаша. Ну так архиерей помер. Царя убили. Убили таки. Вот они, читатели-то. Слушай. Ну и дела. Ох, боюсь я. Ничего не надо бояться. А за что царя-то убили? Про то запрещено говорить.
хорошо. Эх, между прочим, ничего, служить очень-очень хорошо. Эх, между прочим, ничего. Нет, губернатор архиерей не старш, архиерей бог старш. А царь архиерей не старш, а? Царь архиерею не начальство, архиерею бог начальство. Бог. Понимаешь ты, воитов, ячок какой. Сам дячок табашно кадила. Я говорю, бог старше, бог. Не царь. Нет, бог. Нет, царь. Нет, бог. Нет, царь, говорю. Бог. А я говорю, царь. Бог. Нет, царь. Бог. Сон. Дураки, он жив. Воды давай. Не совалось бы не в свое дело. Воды, говорю. Лей на голову. Меня не облей, мне в гости идти. Сестричка моя, сестренка. Жив, леший. Смачивай тряпку холодной водой, держи на голове, а я пойду поищу того дурака. Черти, того и гляди, что до каторги допьются. Домини. Я лохи. Хорош, товарищ. Иди, иди, лошадь. Благодари своего бога. Жив он. Ай, ермохи. Хорош, товарищ. Сидоров, друг ты мой, да раз я хотел. Давай. Как это вы пьяных не боитесь? Я и тверезых не боюсь. Они у меня вот где. Сильные вы. Бабе силы надо больше, чем мужику. Бабе на двоих сил-то надо бы. Мужик человек неровный. Нет, кошелька украли. Руб 30. Сестренка, Руб 3 слава. Ты украл. А вон, кому еще бы. Он вот и тебя пьяного был. Ага. Пойдем-ка, пойдем. А ну, давай. Не правда. Давай, давай, давай. Пустите, не крал я! Куда не уйдешь? Не крал я! Пустите! Не крал я! Это кошелек украл! Не крал я! А вот они книги-то! Откуда растут тучу? Молодой, говори! Дуры вы, дуры! Кошелек, а? Обронил. В кармане дыра, вот ей-богу. А мальчишку ославили, избили, а? Мальчишку зато били, что он ругается. А что он вор, так об этом никто и не думает. Кроме тебя, халда. Сами вы, сударыня, халда, коров эдакая. Позвольте вам сказать. Thank you.
Пойди-ка ты на добрый. О, пароход стоит. Там слышно, посудника надо. Что выставился? Думаешь, тебе бумажный? Нет. Ты школьник? Нет. Работы? Нет. Воруешь? Нет. Ну что тебе будут кричать? Иди сюда. Ты что же это за некол такой? Кто ты такой? Я хочу есть. На, лопай. Лопай, кутенок. Посуду будешь мыть, понял? Вот свою горячую воду крантом отворяешь, понял? А здесь тебе полотенце, понял? Стакан разобьешь, 2 гривны и вычет. Понял? Чистые приборы все мне на стойку, вот это в окно, и больше никуда, понял? Мимо меня официанту приборы давать не моги, понял? А вместе будете красть, тебе первым сажу с парохода, понял? А? Ты не слухай, что он тут тебе врет. Мы это с тобой чисто сработаем, ты да я, да пророк Илья. А чего сработаем? Со своего стола один чистый приборчик мне дашь? А я тебе за это 3 копейки. 3. Ну что, идет? Пошел ты. Не буду я тебе давать. Ты так, что ли, захотел? Это ты, брат, сперва сопли утри. Не надо мне твоих пятаков. Отстань от меня. Скажи, божий угодник, его же сводник. Так не хочешь? Не хочу. Да я же тебя, черта, с парохода выскребу. Стакан давай.
Вымыл посуду, Пешков? Вымыл. Марш. Кто они? В клетке. Арестанты. На поселение идут. В каторгу. А за что? Ты читай. О клопе. Насекомым зловредным, а также об уничтожении онога. Поклади. Много их тут клопов этих. Сережку вон официанта, и скипи даром не возьмешь. Гоголь. Тарас Бульба? Не читал? Спробуй. А поворотись-ка, сын, экой ты смешной какой. Что это на вас за поповские подрясники? И это все ходят так в академии? Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившийся в Киевской бурсе. Не смейся, батька, сказал старший из них. А как будешь смеяться, то ей-богу поколочу. Ах ты, сякой такой сын, сказал Тарас Бульба с удивлением. Как же хочешь ты со мной убиться? Разве на кулаки? Ну давай, посмотрю я, что за человек ты в кулаке. Это так. Ты умен, а я силен. Эка печатает верблюды. Читай. Вали, вали. Ты на него работник, что ли? Нет, Ёж, я на его не работник. Я... Вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрей. Перед ним Тарас. Что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Стой же, слезай с коня. Я тебя породил, я тебя и убью, сказал Тарас и снял с плеча ружье. Подлый тада! Из-за бабы! Тьфу! Читай далее. Остап выносил терзания и пытки как спалин. Но когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, как будто стала подаваться его сила. И выкликнул он. Батько, где ты? Слышишь ли ты? Слышу, сынку. Слышу. Слышу, сынку. Слышу. Да разве найдется на свете такая сила, которая бы пересилила русскую силу. Не найдется, сынку! Не найдется! Уже конец, а? Хорошая книга, просто праздник. Сынку, помогли тебе ляхи.
моя вина. Запишите мне. Пропадешь ты в свином стаде, а жалко мне тебя, кутенок. Часу, часу давай, вы да и всех жалко. Иной раз не знаю, что сделал бы. Даже на колени бы встал и спросил людей, что же вы делаете, сукины сыны, а? Что вы, слепые верблюды? Здесь Пешков. Буфетчик требует. Ты даешь Сережке приборы? Нет. Вы вместе воруете? Вместе? Я не ворую. Он врет, врет. Я знаю, врет. Все вижу. Жулик. Он сам берет, когда я не вижу. Когда не видишь, а все знаешь? Вон! Постойте. Выгнать всегда успеете. Сережка давал тебе деньги? Нет. Никогда? Никогда. Этот не соврет. Все равно. Расчет. Дурак. Мне надо было смотреть за тобой. Я не виноват. Это Алёшка, Алёшка. Простите, простите, простите. Простите меня, простите. И такие люди бывают. Я никогда таким не буду. Скажите, какие люди? Добрые или злые? Почему так терпят? И что тебя щекочет? Люди, ну и люди. Один понимает, а другой не понимает. А есть такие, которые ж вовсе не хотят понять. Ты читай книги, а не бормочи. В книгах, когда неправильное, должно быть все сказано. Ты ищи. Есть правильные книги. А я знаю. Есть запрещенные книги. Их читают ночью. Что такое? Что ты врешь? А я не вру. Меня
дня про них поп на исповеди спрашивал. Да я и сам видел, как их читают. И плачут. Кто плачет? Кто читает? Длинноволосый человек. Проснись, бредишь. Конечно, где-нибудь и есть что-нибудь скрытое, правильное. Не быть его не может. Не может не быть. Не может. Не может. Святой? Пантелеймон, целитель. А то? Николай Угодник. Николай Угодник, Николай Угодник. А Богородец знаешь? А? Тогда смотри. Он скорбящий. Куда смотришь? О! Казанская. И родай меня мати. Талимые печали. Семистрельная. Перво-наперво запомни, какой святой каких болезней помогает. Бонифатий от запоя. Варвара великомученица от зубной боли. Василий блаженный, о, от лихорадки. Ну, от трудных родов разрешите. Кто будет? Да чего тебе голова на плечах, лодарь? Копендюхин, кто тебя научит? Называешься ты живописец, это значит, ты должен писать живо итальянской манерой. А ты вот подвел избыточно белил, и вышли у Богородицы глазки холодные, зимние, а личка-то вышла хитрой. Не думаешь ты над работой, Копендюхин? Иван Ларионович, не мое это дело Богородиц писать. Я музыкантом родился, а меня в монахи. Мне бы в кучера да тройку борзых. Эй! Да прягу я тройку борзых, юнока рекла шадеть. И я помчусь я в мороз морозу, прямо любушке своей. И я помчусь я в мороз морозу, прямо любушке своей. Куда это собираешься? Известно куда. Опять изукрасится. Давайте споем что-нибудь церковное. А?
кресту твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение твое. Дорогие, мчите, соколы, быстрей, не теряйте милостые, их немного жизни сей. Не теряйте милостые, их немного жизни сей. А вот я вам среди святых про демона прочту. Про демона? Ну ты, Максим, и шутки-то брось. А вот уж как написано, так и будет. Печальный демон, дух изгнания, летал над грешною землей, и лучших дней воспоминания пред ним теснились толпой. А что б тебе? Верно ведь? Демон? Тише, тише, братцы, тише. Ты громче, Максимыч, громче, и не чести, и не торопись. Давай. Когда сквозь вечные туманы познание жадное он следил, кочующие караваны в пространстве брошенных светил. Нет, как это? Кочующие караваны в пространстве брошенных светил. А я никаких слов не помню. Ничего не помню, а его вижу, демона этого. Я его даже написать могу. Телом черен и мохнат, крылья огненно-красные и суриком, а личико ручки-ножки до сине белые, примерно как снег в месячную ночь. Без сожаления, без участия смотреть на землю станешь ты. Это правда. Но и здорово он правду знает. Эх, Иван Ларионович, ведь удивительно, человек заставил черта пожалеть. Ведь жалко его. Жалко. Ты, Максимыч, никому не говори про эту книгу. Она, конечно, запрещенная. К вечеру прибрать мастерскую почище. Гулять будем. Thank you.
Эх ты, человек, низость. Ничего, Максимыч, есть хорошее, есть, есть. Живем, как слепые щенята. Чего ты? Неужели вся жизнь такая? И мы будем жить так. Не увидим ничего лучше. Не покорюсь я! Не покорюсь! Пашка. Ты какие такие ты записочки делаешь? Чтобы мне больше этого не было. Слышишь? Этим делом занимают только сыщики. А как же Светанов? Он тоже записывает. Светанов тоже? Длинный дурак. Вот что, ты мне покажи свою тетрадь. И Сетанову тоже. Я тебе за это полтину дам. Только сделай это так, чтоб Сетанов не знал, тихо. Что? Кузьма велел твою тетрадь выкрасть и ему передать. А он полтину за это обещал. Но я ему это знаю. Охру, Пешков. Пешков, охры. Вышибут тебя, Максимыч. А я и сам уйду. Экай ты, брат, дерзкий. Терпеть надо. Не буду я терпеть. Не буду, не буду. Не буду. Ты что? Не буду. Лёшка. Куда ты? Эх, Пашка, не могу я больше. Не могу. Уходишь? Ухожу. Кто ты есть? Мальчишка, сирота. Я старше тебя в четверо почти. А хвалю тебя. Одобряю за то, что ты ко всему стоишь не боком, а лицом. Так и стой всегда. Это хорошо. Довольно тебе отпевать его. И еще хорошо то, что ты всем людям родня. Вот что хорошо. Кузьма!
Здравствуйте. Здравствуй, преподобное лицо ваше благородие. Вот служили? Много ли золота накопил? Сколько есть, все мое. Так, чертово зелье куришь? Мне вот даже кисет подарили. Ты что ж это, смеешься надо мной? Это ты меня толкнул? Меня? Деда? Матери твоей родного отца? Дикая башка! Довольно уж вы меня били. Мать! Ты гляди-ка! Он ведь ударил меня! Ударил! Спроси-ка его! А за это вот как, вот как, вот как, вот что, вот как, вот как. Так, 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 так. Ты на меня не сердись. Ведь я не больно потрепала тебя. Ведь я нарочно. Ведь дедушке-то тоже обидно. Старик, у него тоже косточки-то поломаны. Он тоже горе-то хлебнул полным сердцем. Ты не маленькая, Алеша. Ты поймешь это. Что? Попала козлу? Будешь бодаться теперь, разбойник? Весь в отца фармазон. Пошел в дом, не перекрестился. Ох ты, Бонапарт, цена копейка. Ты лучше расскажи, как ты жил на пароходе. Плыли мы по Волге. Поками плыли. Красиво. Там повар был. С Мурой. Учил он меня, защищал. Хороший человек, помоги ему, Богородица, хороший. Ты гляди, его не забывай. Ты всегда хороший, крепко помни. А что плохо, просто забывай. Как же забывай? Сережка крал, а на меня говорил. Прогнали меня. Вором сочли. Мал ты еще. Не умеешь жить. Вот все говорят друг другу. Не умеешь жить, не умеешь жить. Терпи. Ничего не поделаешь. Судьба ведь. А зачем терпеть? Что надо уметь? Уж этого я не знаю. А тоже говоришь. Ты не обижайся, ты еще маленькая, тебе и не должно уметь. Да и кто умеет, то одни жулики. Он дедушка. И умен, и грамотен, а тоже ничего не сумел. У врачу души моей я многолетняя страсти, Господи. Надоел же он вовод ходить, каждый вечер в школе. А о чем? Ведь старенькой, ничего ему не надо. А все жалуется, все топорчится. Эй, простудитесь, дурачье! Ведь не лето уж! Ложись, Алексей, спать раньше. Дождью-то разбужу. В лес пойдем, по дрова. И я пойду. Грибковый травок пособираю. Леса, господние сады, никто их не сеял, один ветер. Бывало в молодости, в «Жигулях»,
когда я бурлаком ходил. Эх, Алексей, доведется ли тебе видеть испытать, что мной испытано? Доведется ли видеть тебе мать Россию, как я повидал? На оке леса, от Касимова до Мурома, а ли за Волгой лес, до Урала идет, да. Все это безмерно и пречудесно. Эх, дедушка, дедушка, мало я ты пылинка в божьем глазу. Хочешь, я тебе сказку расскажу? Хочу. Расскажи. Ну, отслушай. Жил-был дьяк Евстигней. Думал он, нет его умней. Ни в попах, ни в боярах, ни в овцах самых старых. На что не укажут Евстигнею, а он, я стар. Сам эдак-то умею. Я стар, сделал бы лучше вещи тут. Да все времени у меня нет. Упрям не встигни. Вроде как бы дедушка наш. Бабаня, бабаня. Ну я пойду селки расставлю, птиц ловить буду. Ох, Леш, смотри, не грех ли птиц-то ловить? Ближе зима, все заметнее, прощай, мое солнышко летнее. Такая песня есть, только она лучше твоей. Ой, уходит солнце летнее в темной ночи за далекие леса. Эх, осталась я девушка. Без весенней моей радости одна. Вот как горе-то поется. Чего сам не испытаешь, про то хорошо, верно не скажешь. Бросай пустые-то дела, бросай. Через птицу, через песню никто в люди не выходил. Не было такого случая, я знаю. Избери-ка ты себе место, да расти на нем свой разум. Мир человеку — темная ночь, человек человеку — лютый враг. Вот страху набрался. Бедный человек.
тебе человек. Человек, человек. Наталья! Чего тут? Я здесь не живу. Я пришел посмотреть. И вот встретил. Посмотреть? Куда? Куда ты смотришь? Дочери моей нет. Ушла. Уехала от меня к богатой подруге. Учиться. Какая я ей мать? Я прачка. Она образованная, ученая. Вот как. Прачка вам не угодна. А гулящая баба угодна? Эх, Малена, и прошу я тебя, и советую, не суйся ты сюда, пропадешь. Черепи! А
дочь-то где? А? Иди. Иди ты к черту! Лёшка! Лёш! Дядя Яков! Быть бы Якову собакою! Я, брат, пойдем. Пойдем. О! Племянник мой, сестры сын. А этот человек ученый, из Академии Духовной выгнан. О. Видел я, как ты за женщину вступился. Благородный поступок. А вы кто? Октава Казанского собору. А выгнали за что? Смотрю я на тебя и не понимаю, кто ты и зачем ты. А за что вас выгнали? За правду. А какую правду вы знаете? Быть бы Якову собакою. О, нечисть, о, смрад земли, пойдем отсюда. Был бы Якову с утра ночи. А ты сожмись в самом себе. Понимаешь? Стерпишь. Терпел я уж. А ты в лесу бывал? Бывал. Плутал? Плутал. Так вот, как собьешься с дороги, потеряешь все тропы и устанешь искать их, стисни зубы и пойди прямо чаще по гнилому валежнику, по зыбким кочкам болота. И в конце концов всегда выйдешь на дорогу. Вот как. Верно, выйдешь. Иди. Же хочется дать хороший пинок всей земле и самому себе, чтобы все, и сам я завертела с радостным вихрем праздничной пляской людей, влюбленных друг в друга, в эту жизнь, начатую ради другой жизни, красивой, бодрой, честной! Сердишься всем, строг и заносчив стал. Уж не увидимся больше, ты, непоседа, заедешь далек, а я помру. Эх вы,
Хорошо.